Сегодня в Атырау ко дню города открылась новая станция скорой помощи. Новый объект, расположенный в доме номер 19 микрорайона Нурсая, теперь будет оказывать медицинскую помощь 75 тысячам человек. Учреждение полностью оснащено современным оборудованием. На торжественном открытии нового здания в микрорайоне Нурсая принял участие заместитель акима города Полымбет Хасанов, представители управления здравоохранения, специалисты в области медицины и жители села. Одним из главных направлений реализации программы «План нации 100 конкретных шагов», обозначенным главой государства, является улучшение медико-санитарного обслуживания населения. Открытие станции скорой помощи позволит жителям города получить своевременную первую медицинскую помощь, особенно для жителей микрорайонов Самал и Нурсая, Жируик, Лесхоз. Станция скорой помощи работает по навигационной системе. Также предусмотрены бытовые условия для работников станции. Здесь есть столовая, ванная и комната отдыха. Для этого времени врачи уже полвека работали в старом и маленьком здании. В службе скорой помощи Атырау работают 50 специалистов. На вызов выезжают 8 бригад скорой помощи. В будущем, да, планируется со следующего года реализация в рамках ГЧП проекта, это строительство центральной базы и еще 3 подстанций по периметру города для обеспечения своевременного доезда до наших пациентов. Сегодня радостный день. Это большое здание, которое передается нам в честь Дня города. Поэтому большое спасибо администрации области и города. Также здесь будет функционировать учебно-тренировочная комната для проведения практических тренингов по оказанию первой помощи. Эльвира Рахымжанказы, Тлек Кабылгумаров, служба новостей.